Владимир Путин подписал указ о ликвидации продуктов, которые пытаются ввозить в нашу страну в обход эмбарго. Подобные попытки, говорят таможенники, происходят регулярно. Только на этой неделе, например, в Курске была задержана партия подозрительной свинины. 58 тонн мяса привезли с территории Украины. Однако таможенники считают, по меньшей мере, часть его могла следовать через эту страну из Европы транзитом. Правительство утвердило порядок того, как будет уничтожаться подобное продовольствие. Обязательно, к примеру, фиксация всего происходящего на фото и видео. Особо подчеркивается, избавляться от контрабанды можно любым способом. Но при этом должны строго соблюдаться законы о защите окружающей среды.